И сбираем он урожай нашей картопельки на целый день. Берем первые картоплины ранние, чтобы споживать уже сейчас. Потом мы шукаем картоплю, которая уже перецвела. И тогда внизу внизу нащупаем картопельки. Под кущем. И выбираем ту картопельку. Вона собі нехай дальше росте. Ну, і так далі. І ми збираємо урожай картоплі. Посаджує на цілі. Хай нам все родить.